Ну вот, хвастаюсь своим заказом. Я выписывала, значит, и пришли бальзам, шампунь, вот это вот средство. Я в первый раз его выписала. Посмотрим, как это, что это за чудо. Значит, краска для тела, вот такой мист. Люблю вообще мисты, очень люблю, тем более в летний период это вообще выход из положения, потому что крема на тело не всегда хочется наносить после душа. Мои духарёшки, я их уже понюхала. Значит, мои БАДы, вот, БАДы. Теперь, значит, кислородный. Выписала аж 4 штуки, потому что эти вещи как бы дорогие, а тут акция. Я хапнула 4 штуки. Вот, значит, здесь это антивозрастной бальзамчик. Я вообще рекомендую, девчата, уже после 25 пользоваться такими вещами. Под помаду наносить бальзамы и витамины. То есть можно и тот. Он с оттеночком, там несколько оттенков. Теперь, значит, крем для тела. Вот, пусть он будет, потому что нет-нет, у нас есть сухие участки, бывает на теле, и вот он справляется. Вот, теперь освежитель. Это я уже у Тани здесь купила, потому что их уже там не было. Хорошо, что у нее были. И вот подарочек. Вот такой шикарный подарочек. Маска с этой серии. Я еще эту серию не пробовала ничего. Ну вот, попробую. Начну с маски пробовать. Вот. Ну что еще? Вроде бы все. Духи. Духи. Я отдельно сделаю видео. Похвастаюсь и расскажу, чем они пахнут. Я обалдеваю от этих запахов. В общем, это что-то. Вот такой, короче, у меня заказик. Ну и, конечно, каталог. Очень удобно иметь, я уже раз говорила, иметь каталог в книжном варианте. Вот такой у меня большущий заказ.